悬茶碗里的风沙，打破千年不变的神话，一场呼啸苍穹的覆沙，一面是雪，一面渡劫，一步一步踏破执念和结，浮生滔滔，心念萧萧，江湖奈何，风里不过一纸浅桥，命运促销，天地阴傲，谁说繁星不煎熬，恩怨何时了，此心难了，魂坠破晓，此生难了，魂绕情长。Сестра Пиньер. Сейчас магазин вышивки процветает. Они уже открыли много других магазинов. Сестра Динлин и все остальные живут хорошо. И они ждут твоего возвращения. Сяо Хуань, я не могу вернуться. Почему? Неужели клан зла и правда лучше, чем магазин вышивки? Ты не поймешь. Я доставлю всем кучу проблем, если вернусь. А почему твой дедушка не пошел с тобой в этот раз? Он отправился навестить друга. Шушу получил письмо из Циньюнь и подумал, что брат Сяо, что брат Гуили тоже придет. Поэтому мы и пришли. Не следуй больше за ним. Если ты останешься с ним, и вы повстречаете сильных врагов, в таком состоянии он не сможет обеспечить тебе безопасность. Его жизнь не так легко отнять, не волнуйся. Я думаю, мы должны отвезти тебя назад. Давайте отдохнем пока здесь. Зачем? На наших мечах мы сможем перелететь этот пруд. Мы должны дождаться Дзянью и Шушу.
Мы сражались с кланом продолжительной жизни и прошли сегодня долгий путь. Ты просто хочешь нас всех задержать. Если кланы зла придут раньше нас, что тогда? Ученики Циньюи должны идти вперед и отступать вместе. Почему мы должны вас слушать? Вы не можете решить даже свои проблемы, поэтому возвращайтесь назад. Ты можешь возвращаться домой. Младшая сестра, с ними не о чем разговаривать, оставь их. Младшая сестра. Старший брат. Почему мы должны не беспокоиться? Пошли вперед. Нам неизвестно, сколько еще разных чудовищ впереди. У людей из клана зла много зловещих планов. Мы не можем идти в одиночку. Я... Сестра! Дзинпинер. Дзинпинер, отпусти Сяо Хуань. Молодой глава города, как поживаешь? Если бы ваши люди из клана зла не создавали проблем, я бы жил в спокойствии. Зачем вы схватили Сяо Хуань? Ты. Ничего подобного. Мы встретили ее по пути сюда и как раз хотели ее отсюда увезти. Повстречали ее по пути? Не думаю, что вы пришли сюда просто прогуляться. На кого после клана продолжительной жизни вы собираетесь напасть? Когда я жила в Еду, все обо мне заботились. Поэтому никто из Еду не пострадает. Мы сейчас не друзья и стоим на противоположных сторонах. У нас нет дружеских отношений. Сяо Хуань. Идем. Подожди. Почему она должна идти с тобой? А что, если снова потеряешь Сяо Хуань? Наши дела тебя не касаются. Проблемы Сяо Хуань как раз меня и касаются. Вы ученики Циньюнь. Называете себя героями, а как попадете в опасную ситуацию, то беспокоитесь лишь о себе, используйте других как щит. В прошлом это была Гуйли, а теперь Сяо Хуань. Ребята, вы что делаете? Шушу! Шушу! Брат Гуйли недавно спас меня. Он и дикий пес, хорошие люди. Я помог тебе, не надо меня сильно ругать. Это кто еще тут хороший человек? Я плохой. Ладно, ладно. Ты плохой человек, который хорошо ко мне относится, ладно? Я искал тебя целый день. Ничего, что я прервал вас? Разорвал ваш небольшой дружеский союз, так ведь? Раз так, оставайся с ними. Он немного сбит с толку. Не сердись на него. Идем. Это... Сестра. Вам двоим нужно быть осторожными. Я ухожу. Шушу! 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 Может, нам сейчас последовать за Гуйли? Ты иди, а я буду следовать за Ванду. Найти Цинь Уянь?
Гулли разберется с Цинуньян. Хочу найти Байдудзи. Я ни за что не оставлю его в живых. Иначе мой клан и мои сестры никогда не будут жить мирно. Давайте все разделимся и осмотрим местность вокруг. Спустя 4 часа встретимся здесь снова. А в озере водятся монстры, которые питаются мясом? Вода достаточно прозрачная, чтобы увидеть дно. Но трава и лоза под водой вся сухая и мертвая. Я думаю, что она была отравлена. Отравлена? Это мог сделать клан Ванду? Сяоци! Сяоци! Наконец-то ты вернулся. С вами все в порядке? Спасибо. Я в порядке. Наша маленькая сестричка Сяо Хуань очень удачлива. Ее всегда защищают. А что, какие-то проблемы? Сяо Хуань, ты повстречала кого-то знакомого? Сестра Пиньер тоже пришла. Она спасла меня. Вода такая чистая. Не прикасайся к ней. Она отравлена. Ваши люди из долины Фэнсиан всегда были такими высокомерными. И теперь вы оказались в таком положении. Как смешно. Ты демон! Убей меня, если можешь! А иначе в будущем я разорву тебя на куски! Ты все еще храбрый перед лицом смерти. Какое счастье. Я могу пощадить тебя. Но он... должен умереть. Господин Яд, учитывая наш прежний союз, что хорошего в том, что ты убьешь меня? Да. Какой мне прок убивать тебя? Это и правда бесполезно. Я просто буду чувствовать себя счастливым. Синюянь, ты демон и умрешь страшной смертью. Младшая сестра, быстрее, убей его. Отдай противоядие. Ты уже заражена моим ядом. Без противоядия твое тело скоро станет разлагаться. Ты? Старший брат, что нам делать? Даже если убьете меня, я хочу, чтобы вы ощутили то же, что ощущаю я.
Почему? Почему ты его защищаешь? У вас есть два пути. Первый. Убить Цинюя, не отомстить за старого главу города, и я не стану вмешиваться. Но яд не исчезнет. Их тела станут разлагаться, и они умрут. Второй. Вы отпустите Цинюяня в обмен на противоядие. Противоядие. Заткнись! Передайте им противоядие. Чуть позже я направлюсь к внутренней части. Вы будете оставаться, чтобы наблюдать за Циуянем. Когда яд внутри его тела вступит в действие, отправьте его и праведных учеников куда следует. Учитель, вы больше не намерены продолжать его контролировать и заставлять работать на вас? Я давно обнаружил, что он намеревается предать меня. Я должен избавиться от него. Почему бы ему не умереть прямо сейчас? В будущем это избавит нас от проблем, да. Вы просто пытаетесь защититься от меня, боитесь, что я выкраду сокровища. День Пенер, что ты делаешь? Убиваю тебя! Где Джин Сяофэн? Спроси ее, она теперь принадлежит к одной стороне. Где Сяофэн? Попроси его появиться. Перед тем, как прийти сюда, я получила письмо от короля призрака. Он попросил избавиться от клана Ванду и клана продолжительной жизни. Что касается Гули, он работает в одиночку. В этот раз ты помешал мне. Я забуду об этом, потому что раньше ты спас меня. Но в следующий раз я не оставлю это просто так. Почему ты спас меня? Ты как-то сказал, что я поддамся ненависти и буду убивать. И хотел бы видеть мой финал с Бияу. Финал еще не наступил. Поэтому ты не можешь умереть. Сейчас я все ищу способ воскресить Бияу. Тогда ты должен убить меня. Если ты этого не сделаешь, Бог Ядов пошлет меня убить тебя. Тогда прекрасно. Тебе должно быть хорошо известно, что даже если ты вернешься в Анду, Бог Ядов тебя не пощадит. Не боишься, что я могу помешать тебе достать магическую воду? Ты этого не сделаешь. Ты почти разорвал на куски ее Яньзы. Из-за Бияу, да? Разве я не приказал тебе следить за Цинюянем?
Цинь-Юянь объединил силы с Зинпинер и Гуйли. Он ранил меня и пощадил людей из клана Цинь-Юнь. Они направляются прямо сюда. Я знал, что этот негодяй однажды предаст меня. Но это даже хорошо. Я только что активировал яд в его теле. Через 12 часов он будет мертв. Тогда что нам делать сейчас? Вечером все наши ученики должны быть готовы их атаковать. Да. У вас есть какие-то лекарства? Прости, наш пик развивает внутреннюю силу, мы не создаем таблеток. Разве в Цинью не произрастает множество магических и лекарственных трав? Что такое? Не осмеливаетесь позволить нам их использовать? Все не так. Ранее мы сражались с кланом продолжительной жизни. Много наших братьев было ранено. Раньше вы избавили нас от жуков, но в этот раз мы вас спасли. Будем считать, мы квиты. Хватит просить больше. Ты видел, как ушел Цинь-Юянь? Как ответишь перед дедушкой? Цинь-Юянь — человек, который убил дедушку. Если бы он меня схватил, я бы не стал его умолять о пощаде. Я не просил его о пощаде. Я лишь выиграл время для вас, чтобы он ослабил защиту. Кто там? Цинь-Юй, где ты так долго пропадал? Старший брат, я исследовал лес. Я обнаружил, что кланы зла уничтожают друг друга. Цинь-Юй, ты встречал кого-то знакомого? Я видел лишь людей из клана Ван Ду. Цзиньпинер и Бай Дудзи тоже там были. А вы тут как, встречали кого-то из клана зла? Отдохните, нужно восстановить нашу энергию. Биэу, сегодня я пощадил Цинь-Юяня. И даже не знаю почему. В этом мире, кроме твоего отца, он единственный, кто заставляет меня думать о тебе. Вообще-то я это мог сделать еще 10 лет назад. Он очень за тебя переживает. Ты всегда говоришь, что я глупый. Но я не глуп. Ты такая хорошая. Ты нравишься многим. Но тебе нравлюсь я. Биэу. Как только я доберусь до сокровищницы, я смогу найти магическую воду и воскресить тебя. И тогда ты сможешь быть рядом со мной.
быть начеку, в их телах яд. Шушу, быстрее уведи Яньхун и Сяохуань. Идем. Вы оставайтесь здесь и не убегайте. Хорошо. Это люди-демоны, созданные Иванду. Они весьма опасны. Не подходите к ним близко. Сперва используйте огонь, чтобы поджечь их. Используйте огонь, чтобы сжечь их, а потом лед. Что это за чертовщина? Должно быть, это измененные богом ядов ученики. 10 лет назад я однажды был на горе Кунцань. Их тела были сильными. Но, Шишу, ты тогда не ходил вместе с нами на гору Кунцань? Откуда узнал про это? Старшие братья, с вами все хорошо? Надеюсь, что продержусь. Как вы себя чувствуете? Мне надо отдохнуть. Все будет хорошо. Как ты придумал способ уничтожить измененных учеников клана Ванду? В прошлом, когда я столкнулся с опасностью на горе Кунцань, я всегда думал о способе, чтобы сражаться с Ванду, не заставляя тебя волноваться обо мне. Когда путешествовал по миру, я однажды увидел это. Господин, оружие, окруженное металлической оболочкой, закаливается изнутри. Заместитель лидера. Заместитель. Гуйли. Вы устали? Вы бредите посреди дня? У вас были галлюцинации? Как насчет того, чтобы найти удобное место и отдохнуть? Если это была иллюзия, то остаться в ней навечно было бы прекрасно. Наши непродолжительные жизни похожи на сновидения. Поэт. Я приложил такие усилия, и все напрасно. Чего прячете глаза? Чего? Сразу вам скажу, если вы не избавитесь от людей из Саньонь, вы все умрете. Старший брат, прошу, не превращай нас в ядовитых людей. Мы можем тайно устроить им засаду и расправиться с ними. Пока что мы можем сделать только это.
Следуйте за ними на небольшом расстоянии и убейте их всех. Ты пришел за мной, чтобы отомстить? Красивая одежда. У заместителя лидера такая сильная аура. Просто скажи, что хотел. Я хотел бы попросить тебя об одной услуге. Мы на разных сторонах. Разбирайтесь со своими проблемами сами. Старший брат Дажень ранен. Ему нужно противоядие. Заместитель лидера, не помогайте им. А ну вернитесь! Назад все! Байдодзе, я не думал, что такой сторожевой пес окажется в подобной ситуации. Веди себя рассудительно, поторопись и отдай нам противоядие. Дикий пес. Объединился с кланом Циньонь? Если будешь продолжать тянуть время, я нанесу еще больше ран. Хорошо, я отдам вам его. Отдам. Это и есть то легендарное сокровище? Вероятно, да. Он тоже его разыскивает? Неважно, он это или нет. Этот цвет такой чистый, мы должны поторопиться и рассказать старшему брату. Раз уж пришли, зачем хотите уйти? Бог ядов? Начиная с битвы у горы Кунсани во время войны в Циньюнь, вы уничтожили много моих людей. Вы заплатите за это жизнью. Thank you.
это Гуйли. Идем. Кто? Кто ты? Выходи. Учитель, нам следует за ними? Сейчас важнее найти сокровищницу Императора Небес. Да. Старший брат Дажень, как ты? Хорошо. Кстати, Шушу, кто дал тебе противоядие? Си-ци, Дзин-Юй. Вы наконец-то вернулись. Вы в порядке? Не нужно больше ничего скрывать. О, это он дал противоядие, верно? Старший брат, Сяо Фэн даже не намеревался навредить нам. В противном случае, зачем ему помогать? Старший брат Сяо, я видел тот золотой свет. В лесу. Сокровище. И это золотое свечение увеличивается. Точно так же, как сказано в легенде. Но там устроил засаду клан Ванду. Если бы Сяо Фэн не помог, было бы очень трудно убежать. Вы последовали за ним, но попали в ловушку клана Ванду. Слишком много совпадений. Или, возможно, он дал нам противоядие ради этого, чтобы мы протянули ему руку помощи. Старший брат, ты преувеличиваешь. А вы на это смотрите слишком просто. Если он и правда ценит наши отношения, то почему не придет и не объяснится? Возможно, у него есть свои причины. Верно, ты всегда говоришь, что праведные кланы и кланы зла не могут сосуществовать. Было бы странно, если бы брат Гуйли показался. Сяо Хуань. Старший брат. Несколько дней назад именно он предупредил нас, чтобы мы не спускали глаз клана Ванду. Если бы он намеревался причинить нам вред, то почему продолжает помогать? Старший брат, я хорошо знаю Сяо Фэна, его сердце очень доброе. Он недавно приходил во дворец Даджу, чтобы увидеть учителя. И если мы продолжим утверждать, что он не ценит дружбу, я в это не поверю. Хорошо. То есть вы уверены, что он наш друг, а не враг? И что же хотите делать дальше? Младшие братья, прекращайте упрямиться. Когда мяч Чусянь опустился на него во дворце чистого нефрита, он был уже не тем Джан Сяофэном.
Спасибо.